проехал, он ее убрал. Пойди, собака, а потом поехал за ней, забрал ее. Ухаживал, пока она. Но она... себе. А ветеринарку ее возили, что сказали? Нет, возили. Ну, потому что, может, это надо вот это вот все лишнее отрезать? Нет, это не... Друзья, девочку назвали Кася. Веселый, общительный ребенок, несмотря на травму. И еще одно. Уже забирая малышку, мы вдруг увидели, что рядом стоит небольшая, черненькая такая, с шоколадным отливом девочка. И у нее на шее рана. Как мне сказали, ее порвали. И, разумеется, как вы понимаете, мы не могли оставить без помощи раненую малышку. И также забрали ее с собой. Девочек забрали поздно вечером, но уже утром мы отвезли их в клинику. Барков только укоризненно посмотрел и спросил. А что-нибудь по поводу счетов мы с вами решим? Ребята, это стыдно. Это чудовищно стыдно. Мы должны клинике огромные деньги. И мы не можем никак отдать этот долг. Друзья, я прошу вашей помощи. Перед вами вот эти животные, которым никто не поможет, кроме нас. Ну, никто, ребят. А клиники не могут бесконечно кивать головой и идти нам навстречу. Они такие же люди, как и мы. И им необходимо также жить, кормить семьи, друзья. А нам с вами надо спасти. У Каси страшный снимок. Очень страшный. И тем более поразило то, что когда девочку привезли домой, она вдруг приподнялась на одну лапу. Вы сами посмотрите на этот снимок и... Иначе, чем чудом, я это назвать не могу. Врачи сейчас на распутье. Стоит ли оперировать малышку? И не сделаем ли мы хуже? Поэтому, ребята, пока будем присматриваться, откармливать, приводить ребенка в порядок, потому что она очень-очень сильно истощена. Каштанке горлышко, шею обработали, с ней все в порядке. А вот Кася, ребята, Кася тяжелый ребенок. Кася спинальник, который может только приподняться, постоять и покушать, в туалет сходить. А вот долго ходить она не может, и поэтому предпочитает ползать. Вот такие новости, друзья, у нас на сегодня.
Ребята, я не могу пройти мимо этих поломашек. Ну, просто не могу. А вы? Ребят, простите, что спрашиваю, но скажите, вы с нами? Мои хорошие, вы с нами? Потому что у попавшего в беду зверя нет ни единого шанса выжить без нашей с вами поддержки и помощи. Спасибо вам, друзья. Спасибо за то, что вы рядом. Храни вас Бог.